Всем доброе утро. Вперед за сморчковыми шапочками. Как видите, сегодня мы обсматриваем подтопляемые участки лесов, а точнее прибрежные лесополки. Обсматриваем участки именно у воды, так как сморчковые шапочки очень любят располагаться именно здесь. Красота, в лесу тепло, птички поют. В моей корзинке уже первые 4 сморчковые шапки. Солнышко уже поднялось. Красота. И мы идем обследовать дубовую посадку. Дуб, бузина, перемешку с кленом, боярышником. Чего тут только нет. Пожелайте нам удачи, и мы пошли. Ну, очень умело прячется данный вид. Приходится искать палочку. Либо вот как я разгребаю аккуратно руками, либо ножом. Стоит заметить едва видный бугорок. Разрываете его аккуратненько. Обсматриваете все вокруг него, дабы чтобы не затоптать, так как очень много топчется маленькой шапочки под листвой. Тогда она погибает, естественно, она уже не вырастет. И такой вот экземпляр, маленький, конечно, но мы его срежем. Деликатес прям. Вооружившись нехитрой палочкой, увидев бугорок, раскапываем. Мы видим, да, что здесь, смотрите, какая почва. То ли глина, то ли что. Ну да, глина, скорее всего. Судя по всему, такой песчано-глиняный здесь слой. И вот на бугорочке мы опять видим шапочку сморчковую, погемскую. Срежем ее. Есть крупненькая, есть поменьше. То есть, смотрите, она лезет, ей хорошо, ей влажно достаточно. Поэтому, думаю, еще около недельки она простоит, пробудет. А там дальше уже и до сморчков недолго осталось. В это время саркосцифы в лесу просто расцветают, как яркие алые цветы. Вот в этом возрасте их уже можно собирать и добавлять в украшения, в салат. А можно и мариновать. Кто-то маринует, я знаю. Смотрите, какие размеры. Необычные съедобные грибы. Любителей весенних тихих охот прельщает, а также, например, сбор черемши. Но у черемши, допустим, пока она в скрученном виде, есть опасный двойник ядовитый. А это ароник. Ну, вот рядышком я просто сорву сейчас листочек. И смотрите, пока вы не раскрыли вот этот лист и не проверили, какой он формы, можно набрать из пута, действительно. А листья у них отличаются. Вот это вот ароник. Растение опасное, ядовитое. Смотрите, не наберите просто по глупости. Если вы хотите собрать черемши, это вот я еду, например, в те места, я знаю, что она здесь просто не растет. Почитайте, где она растет, какие она любит леса, какие почвы, какой климат. А потом только собирайте. Посмотрите внимательно на фото, то есть чем отличается ароник именно от черемши. И только тогда уже. Когда вы знаете, тогда можно собирать. Обратите внимание, в каких зарослях, в каком опаде из листьев и веток будет расти шапочка. Мы ее не видим, а она здесь есть. Вот она, красавица, спряталась. Она тут, конечно же, не одна, опять это семейка. Получается, одна. Где-то рядом я видела вторую. Вот, уже села, уже потеряла. Ага, нашла чуть-чуть дальше. Даже не одна, а несколько.
очень умело прячутся среди веток и листьев. Прячутся. Не хотят нам показываться, но нужно быть очень внимательными. Почти всегда в этих местах, где мы собираем сморчковые шапочки, всегда попадаются вот такие вот ковры из кервеля. Ну, кстати, как я уже не раз говорила, съедобное растение издревле на Руси, его заготавливали и ели. Можно использовать вместо той же петрушки либо укропа и для украшения, и для салатов, для супов и так далее. В корзиночках наших прибавляется потихонечку. Шапка прячется в листьях, поэтому вооружайтесь палочками. Не стесняйтесь потихонечку протыкать бугорочки, ворошить листву аккуратно. Не так, конечно, как вспахивают кабанчики, но более-менее по-человечески хотя бы. Вот смотрите, присел, осмотрелся, раскопал, срезал. Смотрите, здесь у нас вот как понять, да? Как искать шапочку? Да посмотрите вот на листья хотя бы. Какие здесь листья мы видим? Кстати, еще одна шапочка. Дуб. Что тут еще из листиков? Вот это что у нас? Боярышник. Пока это все, что я здесь вижу. Ну, помимо этого, здесь есть еще бузина. Травку я вам показала, да, какая есть. Яснотка. И мокрица, ароник, кервель вы видели. В принципе, подумайте, где у вас есть такие места с такими деревьями и травкой. И попробуйте разведать в тот момент, когда начинается данный гриб. Ну, а мы идем дальше.